Наволоки, поселок Лесное, совхозная асфальтовая дорога. Она ведет к ферме, к действующей. Но дальше что мы видим? Дорога внезапно обрывается, потому что ее разрушают, целенаправленно разрушают. Кому-то, ну это мы еще выясним, кому и зачем понадобился асфальт, асфальтовая крошка. Как можем убедиться, есть такая работа, как строить дороги, а есть работа разрушать их. Ровная, хорошая дорога была асфальтовая. Как теперь еще фермеру придется, здесь загадка. С нами сегодня Елена Алябьева, наволоцкий депутат, это ее участок. Елена Германовна, вы уже какую-то работу предпринимаете, да, для того, чтобы выяснить, что это такое происходит? К нам на участок обратились жители поселка Лесного и Тарасиха. В поселке Лесное начали разбирать дорогу в сторону действующей фермы. Половина дороги, сегодня я приехала, посмотрела, половину дороги уже разобрали. Куда и что это будет вывозиться, понятия не имею. Но как фермеру нашему дальше? Ему надо вывозить скотину, ему надо вывозить туши. Как он будет пользоваться этой дорогой весной, осенью? Жители собрали подписи, написали два заявления к нашему главе города, к председателю общественного движения за Наволский край. Будем разбираться, посмотрим, что и как с этой дорогой. Спасибо. С нами сегодня также фермер Тимохин Евгений Владимирович. Как раз там дальше расположено его хозяйство. Евгений Владимирович, сколько у вас голов скота? У меня крупнорогатого скота 26 голов. Плюс свиньи 16 голов. И как вам теперь, думаете, придется вот без дороги? Пока сухо, так ездим, а так на себе таскаем, на тракторе возим. Бывает, но без дороги очень плохо. Давно начали разбирать-то? В том году еще, год назад. Начали, да? И сейчас там продолжают? Там везде асфальт был. Угу. А сейчас уже здесь продолжается. Ага. Это с разрешения администрации, да? А. Угу. Вот. Всю до конца будете разбирать, да? Нет. Ага. Можно?